Честность, порядочность и соблюдение законодательных норм – вот главные требования к тем, кто собирается стать независимым общественным наблюдателем. В самом большом районе Самары, в промышленном, 104 избирательных участка, которые нуждаются в грамотных специалистах. Здесь уже подготовили более 500 человек. В 100% окончания занятий люди уходили удовлетворенные, окрыленные, наполненные информационностью, знаниями и пониманием, самое главное, как правильно вести работу в процессе выборов и в процессе работы своей. Штабом уже подписали договоры с 15 общественными организациями и Общественной палатой Самарской области. За 3 месяца проведено более 40 мероприятий. В рамках подготовки к выборам состоялось 72 семинара, на которых прошли обучение свыше 5000 потенциальных наблюдателей. Когда мы готовили, и сейчас продолжается процесс будущих наблюдателей, то был очень приятно удивлен, что значительное количество обучающихся – это молодые люди. В совокупности все слои нашего избирательного корпуса здесь представлены, потому что наблюдатели – это одновременно тоже и избиратели. На занятиях опытные юристы и эксперты в области избирательного права рассказывают о новшествах законодательства и особенностях предстоящей избирательной кампании. С будущими наблюдателями досконально разбирают различные ситуации, которые могут возникнуть на избирательных участках. Например, как отличить провокацию от реального конфликта. Как всегда, когда выбор носит масштабный характер, сообщество наблюдателей представлено самыми разными людьми по возрасту, интересам и профессиям. Как и в прошлые годы, Общественная палата направляет наблюдателей как из числа граждан, лично обратившихся в Общественную палату с соответствующим заявлением, так и по предложениям общественных объединений и коммерческих организаций. Напомним, Общественный штаб наблюдения за выборами в Самарской области начал свою работу в марте этого года. Председателем стала член Общественной палаты региона Галина Николаева. Сопредседателями – председатель комиссии по вопросам законности, правам человека, взаимодействия с судебными и силовыми органами Общественной палаты Виктор Полянский, а также эксперт комиссии Владислав Волков. В состав штаба вошли 16 человек, в том числе и генеральный директор телеканала «Самара ГИС» Елена Кольцун. Мария Ильчан, Николай Сидоров. События.